все мои баклажанчики, ну, просто очень радуют меня своим цветением. Одновременно с обильным цветением баклажан также завязывает и плоды. Чтобы не составлять какие-то сложные удобрения из синтетических компонентов, я воспользуюсь биоактивированным препаратом, особой питательной средой томат, перец, баклажан от Биотсо. Для приготовления раствора надо разбавить 30 мл препарата на 10 литров воды. Он очень-очень экономный. Таким раствором я поливаю баклажаны из расчета 250 мл на одно растение. Таким же раствором можно опрыскивать баклажаны и по листу. Аналогичным образом поступаю и с томатами, и с моими любимыми перцами. И урожай просто-просто бушует. Пользуйтесь и вы готовыми решениями для наборов самых популярных культур от Биотсо.